Это дегидратор илового осадка Грангара. Применяется для обезвоживания илового осадка, образующегося в ходе физико-химической очистки воды. То есть это самая последняя стадия водоочистки. После седиментационно-флотационного отстойника образовывается жидкий ил, который нужно обезводить. Жидкий ил попадает сюда, так называемый реактор. В реакторе есть мешалка. Специальное устройство реактора, сюда подается еще дополнительно флокулянт. Потом попадает жидкий ил сюда. Здесь шнековый обезвоживатель, состоящий из множества движущихся и неподвижных колец. Значит, ил, продвигаясь по мере шнека вверх, отдает воду. Вода попадает сюда и вытекает через этот патрубок. А обезвоженный ил, сухой кек, сваливается через это отверстие.